В Нефтеюганске будут судить наркодиллера из Сургута. Мужчина продавал синтетику через интернет. Известно, что он купил крупную партию наркотиков осенью прошлого года. Расфасовывал их на более мелкие части и оставлял в тайниках-закладках. До того, как его задержали полицейские, он успел продать наркотики 4 югорчанам. В общей сложности у сургутянина изъяли более 400 граммов синтетики. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд. Теперь наркодилеру грозит до 20 лет тюрьмы.